Всем привет, ребята, меня зовут Руслана, это моя собака Лёля. И сегодня будет такой док-влог, небольшой, минут на немного. Сегодня будет первый с Лёлей, а следующий уже будет с Мишей. Вот, и ребята, пишите сразу в комментариях этого видео вопросы для видео, вопрос-ответ на 400 подписчиков. Вот, ну что ж, давайте мы начнем. Док-влог! Гуляем сейчас. Вышли, Миша там уже визжит, скулит. Вот. Лёля, Лёля, иди сюда. Лёля, Лёль, иди сюда. Вообще, вот мы гуляем. Смотрите, какая Лёля красивая. Это на новой шлейке. Лёля. Лёля. Она не любит сниматься на улице. Лёля. Лёля. Ну, посмотри. Ой, посмотри. Лёля, ну как посмотри? Сейчас. Вот. Так уже все расцвело, уже май. Жара, у нас 27 градусов на улице. А, жарко. Лёле жарко, а Мишу уж тем более. Вот, Лёля. Такая самостоятельная бабонька. Топ-теридоп. Так, все. Шутка. Смотрите, какие цветы. Смотрите. Это одуванчик. Алло, мне тебя долго там ждать или как? Пойдем уже скорее. Да иду, я иду, все. Ну давай, иди, я тебя жду, пошли быстрее. Эй, хорошо на солнышке, да. Ветерок дует. Лёля. Давай, сидеть, а то он на улице не особо любит делать. Давай, посмотри, какая ты красавица. Лёля. Давай, суслик. Лёля. А? Ну, жарко, да? Давай, давай суслик делаем. Суслик, давай. Вставай. На траве не очень, да? Давай суслик. Я помогу немножко, давай. Нет? Давай суслик. Лёля, суслик. Ты меня слышишь вообще? Она меня на улице вообще никогда не слышит. Ой, сколько у меня просыплялось этих пеников разных. Очень жарко. Да, значит, жарко ей. Я думаю. Она думает, что Мише тоже может быть жарко. Или нет? Потому что она дома лежит. На кровати у нас кондёр включен, она все равно дышит ей типа жарко. А Миша, значит, на улице у него огромный подшерсток. О, густой подшерсток. И шерсть. Он на улице. В дворе, значит, и в теньке. Но ему все равно жарко. Вот. Мне Мишу больше жалко, чем Лёле. Лёле вообще жалко не должно быть. Она дома, он подстриженная, кайфует. А ему жарко очень. Мы ему, кстати, сейчас ванну поставим. Вот. Ой. Цензура. Вот. И он будет там купаться себе. Дойдем. Вот, ну, если хотите еще до влоги, пишите в комментариях. Поехал. Ох. Лежок. Лежок. Давайте. Так, как это ее? Это ее морда. Съемка. Лёля. Ты шо? Сейчас на этом док-влог заканчивается. Если вам он понравился, поставь палец вверх, подпишись на мой канал. Вот. Но особо я их снимать не умею, потому что это мой первый.
Вот. Ну, пока что всем пока. Пока. Ля-ля.